Маргарита Симонян является позором для России, как и ее единомышленник Багдасаров, который в данный момент пытается сыграть на иранском факторе и своей провокационной демагогией стремится направить российское экспертное сообщество в опасном направлении. Некоторые так называемые российские пропагандисты все более противоречат и все далее удаляются от политики, реализуемой главой российского государства. Мир стремительно меняется. России важно успеть встроиться в новые геополитические проекции с наименьшими рисками для национальных интересов страны. Но в среде разношерстной российской элиты за последнее время сформировались группы, работающие во вред интересам Российской Федерации. Мы можем назвать ряд политиков, финансистов, бизнесменов и экспертов, журналистов и прочих, которые всего лишь разыгрывают карту русского патриотизма для того, чтобы вредить интересам России, при этом продолжая потреблять ресурсы российского государства и российского общества. Они на самом деле не являются элитой России, они служат наднациональной элите, в основном сконцентрированной на Западе. Сейчас многое становится явным, и не так сложно отличить провокаторов, которым при этом все сходит с рук. Например, мы долгое время приводим конкретные факты вредительской деятельности Маргариты Симонян, но она продолжает сидеть во всех дарованных ей высоких креслах и заниматься провокационной демагогией на российском ТВ, особенно уютно устроившись на стульчике у Владимира Соловьева.